Выбирать лучших всегда тяжело, тем более, когда на конкурс прислано более 700 материалов. 35 редакций областных, районных газет, электронных средств массовой информации приняли в этот раз участие в творческом смотре «Служа закону, служу народу». Журналист, работающий с правоохранительными темами, играет весомую роль. Ведь во власти СМИ не просто информировать, а формировать общественное мнение и настроение. Наше сотрудничество не только помогает формировать объективное общественное мнение, но оно и помогает нашим сотрудникам ориентироваться в жизненном пространстве, понимать, что требует от них население, и принимать единственно правильные решения. Начальник УВД по Брянской области Валентин Кузьмин поблагодарил журналистов за активное сотрудничество с органами внутренних дел. Милиция должна стать народной, что в свою очередь подразумевает связь милиционера с народом через СМИ. Сейчас такой посыл: милиция должна ближе к народу. Он как раз подразумевает, в том числе, связь милиционера с народом через средства массовой информации. Это самая крепкая связь, это тот самый, наверное, действенный шаг, который сейчас нужно, в принципе, вообще принять вооружение, наверное, да, а второе – развивать его. В свою очередь журналисты подчеркнули открытость ведомства. Любое происшествие или преступление получает объективный комментарий со стороны руководства брянской милиции, что позволяет зрителю или читателю правильно понять суть происходящего. Валентин Кузьмин призвал средства массовой информации объединить усилия для совместной работы на благо сограждан. Ради того, чтобы в обществе превалировали позитивные настроения, росло доверие граждан к милиции, работающей для людей. Александр Новиков, Андрей Гапонов. События. Брянск.